Jan Rychlík. To je právě celý problém současné války. Samozřejmě v Rusku, ať si mají svět jaký... V tom состоит проблема сегодняшней войны. Внутри России пусть у них будет тот русский мир, какого им хочется. Нам все равно. Мне этот мир не нравится, но это их внутреннее дело. Проблема в том, что они навязывают его другим насильно. И речь идет не только об Украине. Делаются попытки распространить влияние России до границ бывшего СССР, что затрагивает и Балтию. Я вас звучили, кто заодно я своим способом и по Балтии. А затрагивает это также и Центральную Европу, ее это тоже касается? А в этой Средней Европе это то, что русская заграничная политика... Да, это и влияние в Центральной Европе. Это то, что российская внешняя политика называет «психой за границей». Под этим они подразумевают две зоны. Там, где живут русские на территории бывшего Советского Союза, что, по сути, во всех соседних с Российской Федерацией республиках, а в более отдаленной перспективе это и страны, ранее принадлежавшие к советскому блоку. Конечно, я не знаю, что у Путина в голове, и никто не знает. Но, думаю, его мечта восстановить тот мир, который существовал во времена Холодной войны, где будет 2-3 крупных державы, которые разделят между собой. Продолжаем информационный блок «Инфоплюс» на волнах Интеррадио Румыния. So yeah, that was that really stood out as something that was exciting. And Запад оказать Российской Федерации более сильное и жесткое противодействие, чтобы Россия не успела перевооружиться. И как раз это и произошло. Где была допущена ошибка? Я си мислим, что стало много людей на Западе не докажут. Думаю, многие на Западе до сих пор не способны трезво оценивать ситуацию и боятся слишком ослабить Россию. Поэтому появляются такие заявления: мы не будем поставлять оружие, способное доставать до Крыма. Причем де юре Крым по-прежнему не Россия, а часть Украины. Потом звучит: мы не можем поставлять оружие, способное бить по российской территории. Однако, когда идет война, естественно, удары наносятся и по территории противника. Ведь российские ракеты, самолеты бомбардируют Львов, Днепр, Киев, Харьков. Однако медленно это понимание приходит к людям на Западе. Ну, по крайней мере, к некоторым. Помалу, что... Алеспонь некоторым людям на Западе доказывают. А это непонимание связано с тем, что Запад забывает определенные исторические события.